Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на YouTube-канале Ассоциации Белорусской Федерации Футбола и уже более 3 минут наблюдаем за противостоянием женских сборных до 19 лет Фарерских островов и Кипра. Это первый матч второго игрового дня мини-турнира в группе B1 чемпионата Европы. Ваш комментатор Андрей Ильеня. Ну и я думаю, что быстро мы сейчас пройдемся по заменам, но сразу же говорюсь, что преимущественно-то поединок этот, вот эти вот самые 3 минутки прошли на левой по картинке половине поля футболистки из островного государства, ну хотя Кипр это тоже остров, но я имею в виду Фареры, конечно же, в общем-то уже успели даже один удар по воротам нанести, правда он оказался неточен. Итак, сборная Кипра возглавляет эту команду Савос Софоклеус в воротах сегодня под 12 номером Харлам Пиасака. Далее Андрея Эстратиу 2, Мария Панайоту 5, 6 Дом Настеляну, 7 капитан команды Эфтер Элия. Номер 8 Мария Замани, 9 Лелия Роланди, номер 10 Кристия Купи, 15 Анна Софоклеус, 16 Георгия Терла и номер 18 Фатини Сергиде. Команда Фарерских островов возглавляет ее Петру Клеменсен. В воротах сегодня Марита Лисберг, номер 12, 2 Малена Ольсен, 3 Виктория Фунингстов, номер 4 Вилли Моэс Даль Кристиансен, она капитан, 6 Лив Руна Дотир, 7 Сарита Петерсен, 8 Берита Расмусен, 9 Джудит Расмусен, 11 Эстер Эллинсгард, 13 Сара Лидаренда и номер 14 Анита Далинум. Ну что ж, скажу я сразу, что Савос Софоклеус вот по сравнению с поединком, который состоялся 20 октября, состоялся он здесь же, в Могилеве, на «Спартаке», и в нем киприотки уступили белорусскому 0-6. Ни одного рокировки он свой состав не произвел. Что касается Петра Клеменсена, то ворот сегодня вместо Эйюбьорг Рейнслаг играть будет Марита Лисберг. Но вы помните, что 2 мяча, я думаю, полностью на совести именно Рейнсланг, которая забила сборная Северной Македонии. Македонки выиграли у Фарерок тоже 20 числа со счетом 3-0. Ну и поэтому эта рокировка абсолютно оправдана. Ну и также вместо Марии Йоханссон сегодня на поле с первых минут появилась по 14 номерам Анита Далину. Вот она на левом фланге будет сегодня терзать оборону киприоток. Ну и видим мы, что картина-то полностью не меняется. Вот по сравнению со стартовыми минутами Фарерки должны сегодня, ну, коль они имеют вот эти самые притязания на диктование условий, хорошие шансы победить. У обеих команд 0 очков. Ну и без забитых мячей они в первом туре обошлись. Поэтому, я думаю, сегодня для них очень принципиальный поединок. Едва ли эти сборные, конечно же, будут бороться за первую строку, которая даст возможность квалифицироваться в Лигу А. Но в рейтинг победа, очки в любом случае должны пойти. В любом случае побеждать сегодня нужно. Желтая карточка предъявлена Михалиной Дьяков. Предъявлена она 11 номеру Фарерок Эстер Эллинсгард. Ну вот не представил я судейскую бригаду. Сразу же Дьяков помогает ее соотечественница Кинга Квитовская. Второй помощник белорусского Валентина Соколович. Четвертый арбитр могилевчанка, тоже белорусская, конечно же, Лена Коноплянникова. Ну и скажу я также, друзья, о том, что вот под желтыми карточками находится у Фарерок по сравнению, не по сравнению, а после первого матча Виктория Фунингстову, 3 номер, да, и нужно, конечно же, на это обратить внимание, поскольку если сегодня у нее будет предупреждение, то вот встречу против белорусок она пропустит. Под карточками у киприоток тоже я готов сказать, кто
находится дом Настеляну и Эфтери Элия. Вот эти футболистки, соответственно, шестой номер и седьмой. Мяч уходит за пределы поля, ну и Фарерки его будут в игру вводить. Расмуссен это делал, восьмой номер, правый защитник. Ну и вот так вот действует с разворота на отбой Георгия Терла. Подхватывает мяч футболистка сборной Кипра, ну и тут же сегодняшние номинальные гости его теряют. Даль Кристиансен переводит мяч на Расмуссен. Ну и та вот делала попытку точную передачу дать, но снова же не получилось. Ну вообще, если говорить про встречу Северная Македония-Фарерские острова, да, то ну, обе команды, конечно, грешили браком. Ну просто непомерное количество его было за 90 минут. Все-таки чуть меньше было у македонок и лучше они смотрелись в том матче. Больше у них мяч держался в центре поля, старались вязать фарерок. Ну и логическим итогом этому стали три забитые мяча. Хотя, опять же, повторюсь, голкипер сборной Фарерских островов Эйюбьорг Рейнслаг сегодня она в запасе. Вот дважды ошиблась, очень-очень грубо мяч выранивала. Ну и на добивании там македонки были первыми. Но посмотрим, как сегодня будут обстоять дела в обороне у Фарерок. Но пока что киприотки абсолютно курортный режим предоставляют Марите Лисберг. Из клуба Стреймюр она. Говорил я уже в предыдущем эфире. В эфире матча Северная Македония-Фареры, что все футболистки Фарерских островов представляют свой чемпионат. Ну и вот видим, мы сейчас киприоток на половине поля соперниц. Не часто это происходит. Будем откровенны. Уже 11 минут у нас прошло. Ну и опять же мяч после аута ушел за лицевую. Лисберг мы видим. Вводящий мяч от ворот. Ну а голкипер Фарерок не торопится. Торсхавн, Вестур, Викингур, Б-71, Твероэри. Ну, вот такие клубы, я думаю, что мало они скажут любителям женского футбола чего-либо. Ну, есть такие названия, которые созвучны с мужским футболом, да, ну, вот Викингур, наверное, прежде всего вот в этом ряду можно отметить. Еще одно нарушение правил. И снова свалили Фарерки, да. Нет, фола здесь не было. Просто арбитр указал, что мяч там вышел за пределы поля. Но опять же, я так смотрю, что мало чем отличается встреча Фарерок с македонками. Ну, две, наверное, все-таки слабейшие дружины сейчас выясняют отношения на футбольном поле. И в этой связи встреча, которая в 19 часов начнется между белорусками и македонками, она и должна стать интереснее гораздо. Но пока что наше внимание целиком и полностью приковано вот к этому матчу. Ну, такая, знаете ли, погода в Могилеве нестабильная. То солнышко выглянет и так по щекочек, скажем так, по лицу. Ну, мало вообще болельщиков сегодня. Вот здесь в малом количестве зрителей. Наверное, среди них вот только можно вот девушек, которые подают мячи.
назвать стюартов. Ну и вот здесь рядышком со мной тренерский штаб сборной Беларуси находится. Ну, конечно же, не такое это уж серьезное зрелище, да, для могилевской публики, тем более, что своя команда в этом матче не принимает участие. Ну, да, сегодня суббота, 13 часов, в принципе, прийти на футбол можно, но, опять же, бушующий ковид, ну, я думаю, не располагает к тому, чтобы слишком уж стараться посещать вот массовые мероприятия, хотя, ну, о массовости говорить не приходится, надо сказать. Фарерки. И Расмуссен вводит мяч из аута. Фунингстову просто, очень просто играет, отправляет мяч вперед. Ну и здесь киприотки должны были разобраться в ситуации, и они это сделали. Ну вот пятый номер, да, под нападающий, под Сергиде, Мария Панайоту. Действует сегодня, как и в матче с белорусками, но и более всех она, конечно же, запомнилась контролем мяча, в общем-то, креативом своим. Ну и Сергиде самый опасный удар нанесла после небольшой там ошибки Татьяны Барташевич, но с тем ударом справилась. Мария Толстая. Ну и так, если честно, это было в первом тайме больше вот до финального свистка угроз. Серьезных угроз воротам белорусской команды увидеть уже не пришлось. Но вот Панайоту запомнилось на самом деле. Отмечали это и специалисты. В центре поля мяч. Левруна Дотер была с ним. Ну и перевела она в сторону правого фланга на Эстер Эллинсгард. Которая сегодня уже получила, да, желтую карточку. И пытаются фарерки нечто идеальное, осязаемое в атаке придумать. Но пока что их усилия полностью напрасные. Вот, кстати говоря, Панайоту сделал эту передачу на свою девятку, на Лейлу Роланди. Она здесь баражирует на правом краю, но снова потеря. И вот та самая Далинум, да, она выходила на замену в матче с Северной Македонией, 14 номер. Обратите, друзья, на нее внимание. Вот она здесь внизу по картинке на левом краю фарерской команды. Ну, не знаю, может быть, действительно не устроили действия Марии Йохансен, Петру Клеменсену. Но надо сказать, что Далинум привнесла-то энергии, принесла темпа атакам, в развитию атак фарерской команды. Ну, и я думаю, что заслуженно сегодня она появилась на футбольном поле вот с первых минут. Давайте еще раз посмотрим на повторе за этим моментом. Да, здесь мяч ушел от Марии Замани за лицевую. Но там Далинум подключалась. Может быть, и мяч до нее дошел бы, если бы вот не Замани. Угловой. Первый угловой у ворот Харлампи Саки. Ну, вообще, да, про голкиперов на этом турнире нужно отдельно поговорить. Ну, Харлампи старалась, конечно же, в матче с белорусками, но ее усилий было недостаточно. Конечно, скажем так, ее всякие данные, да, для вратаря, для футболистки, да, которая, ну, в общем, должна быть, наверное, чуть более легковесной, да простит меня Харлампия, конечно же, ну, не очень нас соответствует. Но, опять же, я повторюсь, да, старалась и пару раз даже выручила свою команду, там переводила на мяч в перекладину, когда наши соотечественницы со штрафных там с дальних дистанций пробивали, но все-таки было видно, что... Ну, сложно ей очень приходится. Вот опять же, если вспомнить мяч, который провела Диана Бакум, можно было там, в принципе-то, ну, мяч просто за планочку-то переводить, и угловой, и момент был бы исчерпан, но просто, ну, не может этого чисто физически делать Сака. Атака фарерок правым флангом, подача и попытка пробить. Ну, что там показывала?
игрок сборной Фарерских островов, что мяч в руку попал, что ли? Или это просто, ну, такой жест отчаяния, что не удалось как следует пробить? Тоже это был высокорослая футболистка. Да, Малена Ольсен. Ну и здесь Михалина Дьяков пообщалась с футболистками. Да, хорошо бы было повтор этого эпизода посмотреть. Если есть такая возможность, прошу у режиссера нашей трансляции. Продолжается наш матч. Ну и снова заход по правому краю. Да, конечно, больше так его фарерки используют вот в проведенное время, но и откровенно скучает. Анита Далину слева. Да, был уже эпизод, когда ее пыталась там партнерша по команде подключить к атаке, но передача была прервана. Ну а так, в принципе, пока что 14-ка фарерок на голодном пайке. Перевод мяча в центр. Там Роланди. Ну и назад она играет на Эвстратию. Мяч голкиперу приходит. Ну да, так в одно касание играла Сака. Рискованно достаточно. Напрягала ее до конца. Соперница. Ну и хорошо, что вот для киприоток все так закончилось-то, в принципе. Ну, безболезненно и беспроблемно. Это здорово, конечно же. Ну, тем более, что хочется, чтобы вот без таких вот оплошностей, да, было. У Саки чисто по-человечески как-то ее жаль было после игры с белорусками. Ну да ладно. Мы все-таки поддерживаем прежде всего нашу команду, и проблемы других нас, ну, мало должны волновать. Ну и что, здесь успела? Нет, все-таки не успела Сака вынести мяч за боковую. Он ушел на угловой, поэтому вот еще одно стандартное положение. Ну вот там, Алена Ольсен, кстати, второй номер. Обратите, друзья, на нее внимание. Высокорослая девушка, и на втором этаже она здорово может сыграть. Подачу будет делать Джудит Расмуса. Посмотрим, чем завершится на сей раз это стандартное положение. Вторым темпом у фарерок не получается, хотел я сказать. Нет, эта попытка была пробить, но попытка, надо сказать, такая, ну, совсем... ну, никакая. Мяч там, не знаю, то ли не лег на ногу, то ли смелости у футболистки не хватило как следует тут пробить сходу. Но мяч остается за фарерками. И Фунингстову. Ну, на сей раз, думаю, судя по ее, да, разбегу, будет она далеко пытаться штрафную бросать. И там как раз-таки Малена Ольсен, вот это самая высокорослая, но мяч никому не пришел из фарерок. Можно бить, ну да, ну снова как-то уж, ну совсем тщедушные эти удары. Ну что ты будешь делать, а? Пыталась Сара Лидеренда, 13-й номер команды Петра Клеменсена, пробить. Ну надо как-то девушкам собраться, это слишком уж как-то, ну, несерьезно вот такие выстрелы. Два мы их увидели за последнюю минуту. Несерьезные по силе, ну и по точности, соответственно. Может быть, и не стоит, да, там требовать многого, но уже так 17-18 лет, кому-то и 19 есть, поэтому, ну, удар должен быть поставлен. И снова атака фарерок, попытка пробить, мяч уходит чуть в стороне от ворот. Ну, может быть, это такая своеобразная пристрелка футболисток Фарерских островов, кто его знает. Вот так вот наговоришь, потом они как начнут там с интервалом в 3 минуты забивать. И поймешь, да, что все это было не зря до этого. Снова играют на вратаря киприотки. Далину вступила в игру. Роланди.
и по Найоту. Да, вот не свойственной для себя манере мяч потерял. Тем не менее, он остается за командой Кипра, Роландии. Ну, не сказать, чтобы набирает скорость, но выцеливала она на Сергиде, делала передачу, но очень уж медленно, на самом деле, все по... Фарерки все здесь раскусили, все здорово прочитали. И уже видим мы Эллинсгард, да, набиравший скорость там. Но эта передача очень неточная оказалась. От Лив Фруна Дотер. Аут. Да, и неправильно. Ну вот неправильно вела мяч футболистка сборной Кипра. Эфтери Эли это была. И мы такие моменты, кстати говоря, видели не единожды вот в матче Северной Македонии и Кипр. И даже ну, я в некотором замешательстве был, когда на этом матче работал. Ну, да, бывают такие оплошности. Опять же, свидетельство того, как женский футбол в разных странах развивается. Фарерки хорошая могла здесь получиться атака. Но вот дело до разящего удара не дошло. Это, конечно же, не очень хорошо. И что здесь Михалина Дьяков увидела фол в атаке? По Найоту мяч теряет. Ну и тут борьба в центре поля. Все-таки ее выиграла Купи. Снова она с мячом, да. Это десятка. И переводит игру направо. Уже было обострение от Роландии. Снова она это делает. Но как-то вот, знаете, не глядя, понимает, конечно же, Роланди, что там Сергиде будет обязательно вот баражировать где-то в районе полукружья, в районе границы штрафной площади, но как-то уж не поднимая головы, вот такие передачи делает, ну, я считаю, кажется, по-белорусски занадто. Нужно все-таки чуточку, да, смотреть вот направление своей передачи заранее, в общем-то, все проанализировать, ну и уже после этого делать передачу, да, ну, поточнее, во всяком случае, пытаться, ну, пока что, да, вот грешат не точными передачами, грешат браком обе команды, и, наверное, это просто уровень, да, тут выше головы не прыгнешь, в таких случаях говорят. Пока что счет в нашем матче не открыт. Но все может в любой момент измениться. Нет, здесь будет первая, конечно же, Даль Кристиансен. Убрала она соперницу. Но вот не торопится с передачей капитан сборной Фарерских островов. Да, островов ее тут накрыла. Да, дом на Стеляну. Неспешный, конечно, темп очень медленно все, да, но, конечно, не радует, наверное, вот такая игра глаз. Назад. Передачи следуют, ну и опять же, вот киприотки в отбор так самоотверженно, да, вступают на этих там 3-4 квадратных метрах и нарушают правила футболистки сборной Кипра. Или все-таки там мяч в аут ушел? Да, это аут. Нет, это штрафной. Штрафные приносили успех
сборной Северной Македонии. Ну, очень плохо их, опять же, надо сказать, фарерки выполняли. Там чуть ли не с центра поля пытались не пробивать. Вот сейчас, ну, во всяком случае, мяч удалось поднять. И со скоком от газона прилетел он к Саке. Но я думаю, что голкиперу сборной Кипра торопиться, ну, не нужно. Вот при таком стечении обстоятельств, при таком ходе поединка. Фунингстов ошибается. Да, ну вот киприотки вроде бы как мяч получают, его перехватывают, но даже все уже рвется на первой передаче, конечно. Не очень-то хорошо, ну и здесь на Панайоту сфалили. Но и сама пострадавшая, да, берет мяч уверенно и будет его разыгрывать, да, очень быстро со своим крайним защитником. Сергиде, да, пришла принять этот мяч, но так сразу развернуться у 18-ки не получилось. Ну и да, контроль есть, это уже хорошо, но вот сами вы видите, несколько все-таки там 3-4-5 передач удается сделать точных в ноги киприоткам. Ну да, это уже хорошо, наверное, надо говорить. Пас в направлении 10-го номера. Пас в направлении Купи был от Панайоту, но опять же. Сами вы видите, сколь вообще слаб, да? Будет, так говорить откровенно, уровень сборной Кипра. Ну, в бойцовских качествах не стоит их, конечно же, сомневаться. Но вот все остальное хромает на обе ноги. Но надо сказать, что и сборной-то вообще не существует. Вот не принимают участие в обновленном турнире чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Команда Кипра, но опять же, да, это говорит о многом на самом-то деле. Удар по воротам, да, первый по воротам Мариты Лисберг, однако мяч там ушел, ну, очень далеко, скажем, от дальнего угла, но и угол-то был довольно-таки острый, поэтому, ну, очень так точно пробить не получилось, опять же, да, скажем, про мастерство и киприоток в завершение атак. Больше получаса. Тем временем у нас уже прошло в этом матче. И 0-0. Поэтому ждем мы все-таки, во всяком случае, больше остроты. Но вот первый удар в сторону ворот сборной Фарерских островов мы увидели полминутки назад. Ну, я не знаю, наверное, так уже минуты три пытаются киприотки что-то придумать на чужой половине впервые в этом первом тайме. Немножко так отпустили вожжи футболистки в белых футболках, но кажется мне это ненадолго, видите вы. Спокойно они здесь контролируют мяч и, я думаю, спокойно, также спокойно выйдут из обороны. Анна нет. Вот Далин ошиблась. Она тут в центре поля оказалась. Роланди. Передача в центр. Да, направляла на мяч Купи. Это активно, надо сказать. Себя предлагает. Вот в эти последние минуты. Но коэффициент полезного действия чрезмерно мало от этих всех открываний, потому что, ну, передачи-то точными не оказываются. Уже вот два раза мы это увидели с участием Кристи Купи. Она, кстати, выводила свою команду с капитанской повязкой на поединок против Северной Македонии. Против белорусок, да, прошу прощения, конечно же. Но вот сегодня F3 Эли капитанит. Роланди, ну что здесь, должна, да, первая все-таки успеть к этому мячу. Петерсон подстраховала она
Фунин к столу. Ну и да. Конечно, здесь грех не подстраховать, грех не перестроиться, потому что, ну, в таком очень медленном темпе действуют как на своей, так и на чужой половине киприотки, и что, ну, здесь все очень легко и просто должно в обороне получаться. Фунин к столу с мячом. На Малену Ольсен направляла, но вот высокорослая футболистка команды Фарерских островов не справилась. Слишком уж высоко было даже для нее. Надо повторить в таком случае. Ну а сейчас проходит на Ольсен пас руками из аута. Но Ольсен тоже так как-то слишком уж просто дала без мяча себя ставить Терли. Позволяет Михалина Дьяков возобновить встречу. Снова борьба в воздухе. И в этой самой борьбе Малена Ольсен ну, разошлась не на шутку, да, и снова сфалила. Хотя, конечно, ну, антропометрия ее в этой ситуации преимущество. Ну и как-то слишком она уж его мало использует, или, можно сказать, совсем не использует. Ну, был там момент, да, небольшой, когда головой могла она постараться большие проблемы Харалампи и Сакки доставить, но не доставила. Все-таки мяч там попал в кого-то из центральных защитников сборной Кипра. Правым флангом атакуют Фарерки. Пока без особого успеха в продвижении вперед. Расмуссен. Не точно. Ну и что здесь? Да, сразу же потери. Ну вот это Сергиде Фатини. Первое же касание и сразу же туда очень далеко на мяч отпускает. И не составляет вообще никакого труда киприоткам им овладеть. Роланди. Ну, сейчас вот она уже смотрит, да, именно кому мяч адресовать. И адресует его Купи. Та пробила не очень сильно. Снова Купи падает. Показывает Дьяков, что нужно подниматься. Нет здесь речи никакой о пенальти. Даль Кристиансен, да, и оставила она без мяча здесь Дом Нустиану. Здорово очень сыграла сейчас капитан сборной Кипра в отборе, да. Ну и, конечно же, заслуживает она лестных отзывов за это. Думаю, что аудитория, которая нас смотрит на Фарерах, оценила вот этот, это действие вот своего капитана. И снова немножко так стараются, пытаются мяч продвигать вперед, контролировать на чужой половине поля киприотки. Получается слабо, надо сказать. И Марита Лисберг. Ну, мы, наверное, ее вот с мячом увидели второй раз всего лишь в этом первом тайме. Не густо, надо сказать. Ну и вратарю, кстати, удается точно сейчас сыграть с приводом мяча в игру. Тут же Фарерки мяч теряют. И снова берут его под контроль. Да, брака меньше не становится. Тут уж не выдаю я желаемое за действительное. Сами вы все прекрасно видите. Играют по наёту на Роландии. Ну и снова же все рвется на этом. Да. Пробуют левым флангом. Ну там, да, конечно, слева играющая
Стиляну меньше. Ох, удар поворотом. Меньше играет, меньше активничает. Ну и хороший момент, кстати, создают киприотки. Можно еще раз вот на повторе его посмотреть, к чему там все привело. Что привело, точнее, к этому самому удару. Заброс, да, получился. Купи мяч подхватила. Ну и прошла передача, и дом на Стиляну пробила, но очень уж не сильно и прям в голкипер. Тем не менее, это первый удар сборной Кипра по воротам в нашем матче. Остается до окончания первого тайма, ну, чуть больше 6 минут. Ну и да, наверное, стоит сказать, что вот... Ну, не знаю, наверное, последние минут 10-12, да, киприотки все усилия прилагают для того, чтобы перехватить инициативу. Ну и с успехом это делают. Роланди. Понабивала мяч головой дважды. Ну и что здесь Сергей Д придумает? Уйдет она от соперницы или нет? Смещается к линии штрафной и зарабатывает угловой. Исполнит его Мария Панайоту, судя по всему. Но они здесь вот с Домной Стиляну могут мяч разыграть. Или же все-таки от Панайоту подача последует. Сейчас мы увидим все. Нет, подача. Подача высокая. Вратарь остается в воротах. Удар, но он заблокирован. Да, все очень здесь опасно. Опять же, было у владений Мариты Лисберг. Хороший момент. Вот после этого стандартного положения киприотки создали. Но в оборотке здесь Кипр вполне может наказать. Эстер Лингард делал этот прострел. Эллинсгард, да, прошу прощения. Так эта фамилия произносится, крайнего полузащитника Фарерок. Но там, опять же, не дремлет. Киприотки и Андреа Евстратиу, да, прервала эту передачу. Справившись с задачей на отменно. В принципе, нужно опять же похвалить игру в обороне. Баллисток в синей форме. Ну и вообще, да, очень неплохо. Так они вот, наверное, ну, последний третий этого тайма смотрится. А пока вынуждены отойти ближе вот к своей штрафной площади. Ну и там много борьбы, опять же, на дальнем от нас фланге. Ольсен борется с Эфтери Элией. Ну и подталкивала она сегодняшнего капитана сборной Кипра. Штрафной удар. И, опять же, капитан его будет исполнять. Не торопится Элия. Да, да еще так мяч вела неудачно, что перешел он к Фареркам. Как-то уж надо немножко вот минимизировать, да, такие... Невынужденные ошибки, вот они футбол не красят. Да, говорил я про солнце, которое над Могилевым встает, но быстро оно уходит. И опять же ветер над стадионом гуляет, и облака сгущаются. Нестабильная такая погода. Ну, опять же, скажем, что... Не способствует, наверное, и она, в том числе, интересу зрителей. Но основная аудитория, опять же, я думаю, что смотрит, наблюдая за нашей трансляцией. Фунингстовую назад. Петерсен. Надаль Кристиансен. Та ошибается. И эта ошибка стоить может очень дорого капитану.
Да, конечно же. Там Михалина Дьяков не понимает, кому нужно красную карточку выносить. Да, вот сейчас разобралась и отправляет она за пределы поля. Даль Кристиансен, удаляется капитан Фаререк, и команда остается в десятером. Ну вот еще раз на повторе давайте посмотрим. Да, но сама же она здесь ошиблась, ну и уже держала, естественно, Домну Стиляну. И Михалина Дьяков вынесла ей такое суровое наказание. Ну вот, знаете, в матче между Славией и Батэ, вот в прошлом туре высшей лиги чемпионата Беларуси, так вот Павел Рыбак соперника останавливал там после ошибки, если мне память не изменяет, Сергея Волкова. Ну и тогда Дмитрий Доля, кажется, он матч обслуживал в Мозыре, вот Павла Рыбака не удалял. Хотя ситуация практически идентичная была, но здесь Дьяков не либеральничала. Штрафной удар по Найоту исполнила. Ну и Лисберг, да, вот со второй попытки мяч все-таки накрывает. Ну и, да, нарушение правил здесь фиксирует Дьяков на вратаре. Переусердствовала Сергей Дзи, да. И, конечно же, это преимущество. Будут целый тайм в большинстве действий с киприотки. Должно возыметь, конечно же, действие. Но посмотрим. Бывает так, что вот даже в меньшинстве команда очень спокойно играет. Если превосходит в классе, забивает голы. Ну, как это было в одном из матчей женской высшей лиги чемпионата Беларуси с участием «Динамо» БГУФК. Но сегодня, я думаю, что не тот случай. У киприоток появляется, ну, серьезный такой, серьезное преимущество перед командой соперника со счетом 0-0. У нас завершается первая половина. Да, без множества остроты-то, в принципе, но, тем не менее, любопытен будет второй тайм, опять же, с учетом вот последних событий, когда Даль Кристиансен, капитан Фаререк, была изгнана с поля. Давайте, друзья, мы отдохнем вместе с командами и вернемся в Могилев на «Спартак» через 15 минут.
Друзья, мы возвращаемся в эфир. Второй тайм матча сборных Фарерских островов и Кипра. Первая половина у нас оказалась без забитых мячей, но, опять же, главное событие в этом самом первом тайме произошло уже в его конце. Удалилась капитан сборной Фарерских островов Даль Кристиансен, ну, сама ошиблась и совершила этот самый фол последней надежды, поэтому киприотки будут иметь серьезнейшее преимущество во второй половине. Ну и надо сказать, что сегодняшний матч для, вот этот матч для сборной Беларуси, он тоже важен, нужна либо ничья в этом поединке, либо же победа киприоток. Ну и в случае, если сегодня удастся белорусам выиграть Северную Македонию, то досрочно они займут первое место в квартете и таким образом весной следующего года уже сыграют в Лиге А и смогут побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Чехии. Замена произошла в составе сборной Фарерских островов. Ну, я думаю, что Петр Клеменсен должен был реагировать, естественно, на то, что произошло вот с его капитаном и Виктория Фунингстов. Третий номер, который, опять же, говорил я в первом тайме, находилась под карточкой, уступила место на поле Кристине Газдал. Это еще один защитник под пятым номером. Она будет играть. Ну и да, видите, вы на как раз-таки на правом краю обороны. Ну, в центре обороны, да, прошу прощения. Ну и, соответственно, на позицию правого защитника сместилась 11 номер. Эстер Эллинсгард. В ее посеве есть предупреждение в этом матче. Да, так что таким образом нужно поболеть за киприоток и понадеяться, что вот смогут они сегодня победить. Хотя, конечно, сделать это будет сложно. Даже с учетом того, что у них на одного игрока больше. Но Фарерки, в принципе, первые полчаса очень здорово провели, надо сказать. И контролировали они мяч на чужой половине, пытались комбинировать, создавать голевые эпизоды. Получалось, конечно, не ахти, но тем не менее уже позже у киприотки выровняли с большего ситуацию на футбольном поле. И момент создавали дважды. Помните вы, Купи делала передачу на Домну Стиляну, та уже пробивала, там, в принципе, Лисберг и чуть ли не на пятой точке находилась, подними мяч, счет должен был быть открыт, но этого не случилось. Опять же, и мы фиксируем нулевую ничью после первого тайма, пока что тем и довольствуемся. 48-я минута. Сделала Эллинсгард передачу на своего 16 номера, на Терлу. Да, вот любопытная рокировка. Терл-то у нас заговорился немножко. Это, конечно же, о сборной Фарерских островов нужно вести речь. Ну и на поле также под 16 номером Мария Йохансен-то самая появилась. Я, если честно, слушал диктора, и он объявлял, что вместо Фунингстов вышла
действительно газ дал. Ну вот игрока под пятым номером я, если честно, не вижу. Да, на дальнем краю есть такая девушка. Кто же ушел с поля, позволив на него выйти Йохансен? Да, но судя по всему... Судя по всему, Эллинсгард нет. Да, и вместо нее Йохансен. Вот такая вот рокировочка. Так что сразу две замены, да, произвел Петр Клеменсен в перерыве. Смотрим. Аут. Совсем неудачно был вброшен. И фрерками возвращается он к футболисткам сборной Кипра. Вбрасывает его вперед Элия. Там Стиляну. И что здесь? Нарушение правил, да? Судя по всему, зафиксировала Михалина Дьяков. И это штрафной удар в пользу киприоток. Мария Панайоту у мяча. Ну, хорошую подачу в этом случае можно выполнить. Я думаю, что едва ли будет пытаться Мария закручивать мяч в дальний угол с этой дистанции. Хотя, кто его знает, в женском футболе, знаете, решения принимаются могут самые разные. Сейчас мы увидим все. Да, идет удар по воротам даже, да, напрямую Панайоту пробила. Хотя я в это не верил, надо сказать. Ну и немножко переборщила, мяч ушел выше. Ну неплохо, не знаю, там Лисберг контролировал бы ситуацию или нет. Так она за мячом не тянулась, не провожала его рукой. Как это обычно учат во вратарских школах, вратарским техникам. Набирает Йохансен скорость. Далинум, попытка пробить, но этот выстрел Аниты заблокирован. Здорово сыграла Мария Замани. Восьмой номер, она на пути мяча там оказалась. Еще одно нарушение правил. Да. Это как раз-таки Газдал, вышедший на замену. Вот так вот не очень по-дружески встретила Визави. Что, удастся в этом случае Фареркам выйти из обороны? Нет, пока не получается. Подача в штрафную площадь. Ну и Лисберг с коленом, как учили, выходит вперед. Мяч в руки забирает. Сборная Кипра, говоря о рейтинге FIFA, национальных женских команд, находится на 126-м месте, сборная Фарерских островов на 95-й позиции. Ну вот сами вы, друзья, можете сделать определенные выводы относительно успехов, которых главные команды женские этих стран вот добивались в последнее время, ну и вообще за всю свою историю. Киприотки сейчас первый свой отбор, я имею в виду национальную сборную, к чемпионату мира проводят. И вообще первый свой турнир официальный на уровне UEFA и FIFA вот у них был как раз-таки... Квалификация к чемпионату Европы 2021 года, вот, который перенесен был на год вперед и пройдет на полях Англии грядущим летом.
положение вне игры, судя по всему. Ну и там получила повреждение, я так понимаю, Серкиде, да, и медперсоналу нужно ей оказать помощь, но я так полагаю, что для этого не нужно встречу, да, останавливать и все там. А, ну вообще, да, Сергида вышла на поле, поэтому очень все хорошо. Здорово, что не подключились медики. В центре поля неточная передача от футболистки сборной Фарерских островов. Да, зачем я отправил на скамейку запасных Эллинсгард, не понимаю. Она в игре. И желтая карточка. В этом моменте ее удостоилась Лив Рунадотер. Еще одно предупреждение от Михалины Дьяков. Давайте еще раз... Да, посмотрим. Ну, конечно. Так нельзя встречать соперницу, блокировка. И, естественно, что... да, не Рунадотер, а как раз-таки Кристина Газда вышла на замену. Вот пятый номер получила предупреждение. Да, вот несмотря на то, что Фарерки в меньшинстве, у них, опять же, получается на поле больше. Во втором тайме, вот как на мой субъективный взгляд, Лисберг вынесла на соперницу точно, но там мяч подарила соперницам ответную услугу, тем самым преподнесла. Ошибка. Какая ошибка? Несется вперед Далину. Задумывала на эту передачу, на Ольсен, но положение вне игры. Да, Ольсен вот в отсутствие Даль. Кристиансен капитанскую повязку примерила. Ну и рядом здесь Владимир Шиндиков. Да, он неистовствует просто. Конечно, болеет главный тренер нашей команды за сборную Кипра. Да, ошиблась Георгия Терла. Ну и первая замена на 58-й минуте в составе сборной Кипра. Кристина Кириакиди под 11-м номером вышла вместо Фатини Сергиде. Ну, Кириакиди выходила и в матче с белорусками, но там ничем примечательным она не отметилась. Может быть, сегодня и у нее получится более удачно сыграть. Время-то еще достаточно. Времени еще достаточно, конечно же.
Ольсен. Мяч принимает очень неудачно. И Стиляну его забирает. Передача на Купи. Стиляну. Выход 1-1. Ну и что там? Нет. Все-таки шестому номеру куприоток не удается забить. И здесь общими усилиями Марита Лисберг и Эстер Эллинсгард все-таки помешали забить киприоткам. Хороший был момент, очень хороший. Можно говорить, что это был выход 1-1. Да, давайте еще раз посмотрим. Вот Стиляну на купе. Та здорово очень развернулась и на вбегавшую партнера по команде делала этот пас. Ну да, здесь вы видите, все просто бросились. И Эллинсгард, и Лисберг на перерез Стиляну. Ну и та, если честно, не знала, что делать, поэтому вот все так для киприоток неудачно завершилось. Хотя атаку нужно отметить эту, конечно же. И очень близка была команда, которую возглавляет Сава Софоклеус. Гол. Он, кстати, праздновал день рождения. Кто пропустил матч с белорусскими, скажу я, 43 года. В тот день ему исполнилось, но подопечные не смогли его порадовать. Уступили 0-6. Ох, какой момент. Выход 1-1. И что? Забивает. Все-таки они-то дали. Ну, и делает счет 1-0. Ну, вот так. Забиваешь ты, не забиваешь ты, забивают тебе. И это правило в данном случае очень хорошо работает. Вот Стиляну не забила, а Далинум сделала это великолепно. Разобралась она с Харлампией Сакой. Ну и для сборной Беларуси это, конечно, не очень хорошо, то, что Фарерки вышли вперед. Но дождемся мы повтор. Очень здоровская, конечно, скидка была там от партнера. Ну вот все, да, все началось как раз-таки с ввода мяча в игру. Со своей половины поля, да, Ольсен сделала высокорослая эту скидку на вбегавшую Далину, ну и та разобралась с голкипером. Но все-таки вот эта замена, которую произвел Петр Клеменсен в стартовом составе, она сработала. Йоханссон Сёрну на футбольном поле, ну вышла она уже в перерыве, Далину в старте сегодня, ну и вот она это доверие своего главкома оправдывает пока что полностью. Да, ну а делала передачу вот эту вертикальную как раз-таки Эстер Эллинсгард. Ольсен сбросила. Ну и Далину все решила в этом моменте феноменально. Вот она снова с мячом на левом краю поднимает там руку. 16-й номер Фарерок Йоханссон. Ну и мяч здесь уходит в аут. Остается он у сборной Кипра, которой нужно отыгрываться. Ну а в противном случае, да, рискуют киприотки второе к ряду поражения потерпеть. Ну и бесславно этот турнир закончить. Хотя, если так говорить о том, как отнеслись к этой команде, да, то, конечно, ну, такого развития событий они полностью заслуживают. Ну, собираться за месяц до турнира, ну, это, извините меня, конечно, такое решение не выдерживает никакой критики Киприотской Федерации Футбола. Ну, да ладно, с критикой, наверное, стоит закончить мне, делать передачу по Найоту. И какой момент, выручает Лисберг свою команду. Добивание тоже не проходит. Очень, очень все здесь могло завершиться
классно для киприоток, но этот момент нужно было, конечно, реализовать. И, наверное, надо сказать браво Марите Лисберг. Она, конечно, здорово очень сыграла, да, вышла вперед, не побоялась и заблокировала этот выстрел. Ну и потом ей уже на помощь пришли защитницы. Еще раз смотрим, подача по Найоту. И, да, хороший там момент был у Марии Замани, но и потом Роланди уже добивала, но тоже неудачно. И, судя по всему, есть проблемы у Георгия Терлы, центрального защитника сборной Кипра. Михалина Дьяков устремляется сейчас к вратарю и будет с Лисберг общаться. Там спорный мяч, да, мяч-то в игре еще был, поэтому должна она будет его вернуть команде Фарерских островов. И голкипер готовится отправить его далеко в поле, насколько это возможно. Вынуждена сыграть сейчас футболистка сборной Кипра на своего вратаря Терла. Ну вот, ошиблись Фарерки в конце первой половины, грубо у своих ворот. Сейчас норовили это сделать и игроки сборной Кипра. Но обошлось для них. Выход 1-1 может здесь состояться, но нет. Роланди все-таки слишком мяч далеко от себя отпустила. Да, Мария Йоханссон вместо Джудит Расмуссен, футболистки под девятым номером, игравшей в первом тайме, вышла. Наконец-то я вот разобрался. Ну, сами, друзья, вы должны понимать, не обессудьте. Очень так непросто-то определить, когда эти команды видишь второй раз в жизни, кто ушел с поля, кто... И тем более, на какой позиции оказался вместо замененного игрока. Так что две замены Петр Клеменсен произвел в перерыве. Пока что Савва Софоклеус одной рокировкой ограничился. Борьба, но и мяч ушел все-таки от футболистки сборной Кипра. И ничего пока не удается киприоткам противопоставить. Сопернику ничем ответить на этот гол, который провела Анита Далину на 61-й минуте. Вот так вот удается сборной Фарерских островов в меньшинстве отличиться. Причем, ну, эпизод, да, наверное, не самый явный, не самый голевой, но вот так получилось. И здесь, опять же, вот очень хорошую услугу для Фарерок сыграл рост, антропометрия Малены Ольсен, которая сделала голевую передачу. Элия, безадресный пас, и просто, очень просто, опять же, действует вот около своей штрафной площади Фарерки. Просто мяч туда грузят вперед, в надежде на то, что кто-то за него зацепится, кто-то из Ольсен, из ряда футболисток, таких как Ольсен, Далинум. Шестой номер также это у нас Лив Руна Дотер, либо же вышедшая на замену Мария Йоханссон. Да, примитивно достаточно играют Фарерки, но им при этом удается
сегодня больше гораздо на футбольном поле, даже несмотря на то, что в их составе пока только 10 человек. Это удар по воротам от Марии Йохансен. Ну и Харлампия Сака, да, не дремала, все-таки справилась она с этой угрозой. Ну и ответ может от киприоток последовать. Идет вперед Стиляну. Передача на Купи. Ну, той скорости не хватило. И до конца с ней отборолась. Очень здорово сыграла Эстер Эллинсгард. Еще раз на повторе, видите вы, да, вот решилась пробить с такой не самой очевидной позиции Мария Йохансен, но не спала в шапку Харлампия Сака. Угловой удар у ворот сборной Кипра. Поднимает обе руки футболистка, которая делала эту подачу. Ох, и не получается пробить. Да, очень обидно сейчас должно быть. Анне Софоклеус, я думаю, это, скорее всего, дочь главного тренера команды Саваса Софоклеуса. Ну, позиция была для удара очень хороша. Ну и что здесь? А здесь нарушает правила второй номер команды Кипра Андрея Эвстратиу на той самой Далинум, авторе единственного гола нашей встречи. Еще раз смотрим, да, но здесь такой был спринтерский забег. Нет, постойте, а какое здесь может быть нарушение правил? По-моему, очень чисто сыграла в этой ситуации. Да, надо сказать это откровенно Андрею Евстратию. И ну что, неужели здесь действительно назначен штрафной удар, либо же просто такой жест был в сторону медиков сборной Фарерских островов, для того, чтобы поскорее они на поле оказались и помощь свою предложили. Аните Далинум, да, ну и видите вы, не может, видимо, она встречу эту продолжать. Вот так вот в обнимку с партнером по команде и с врачом покидает она поле. Нет, тамаут, конечно же, ни о каком здесь нарушении правил не могло быть и речи. 71 минуту тем временем команды уже провели на поле. И напомню, Анита Далинум на 61-й минуте открыла счет в этом матче. Фарерские острова впереди 1-0. Угловой. Подаст его Мария Йохансен. 16-й номер. Футболистка, которая выступает за Рунавик. Ну а Фарерки вообще-то в девятером. Далинум там на бровочке получает медицинскую помощь. Подача. Удар по воротам и забивает Ольсен. Вот так у нее сегодня 1+1 на 72-й минуте. Да, конечно же, вот, два стандарта, да, приводят к забитым мячам. Насколько велика роль их в современном футболе. Давайте еще раз смотреть повтор. Подача от Йохансен. Ну и мяч прилетает на голову высокой Ольсен. Ну и, ну я думаю, да, опять же, не лучшим образом здесь действовала Харлампия Сака. Естественно, ну, удар-то не сильным получился. И нужно было тут свою команду выручать, конечно же. Ну а так 2-0. И вот присовокупляет к этой голевой передаче они тебе дали, ну, еще и свой гол. Малина Ольсен. Она выступает за Клаксвик. Ну и давайте любопытную деталь отметим, что Фарерки-то в девятером отличились. Ну и еще одна замена будет сделана Савасом Софоклеусом. Вторая. В ближайшей паузе мы будем разбираться. Это
Да, и Далину не может продолжать встречу. Ее уже заменили. На поле вышла Роня Морицын под 17 номером. Клуб Б-71 она представляет. Три замены сделал Петур Клеменсен. Ну и вместо Анны Софоклеус вышла на поле Андриана Галати под 14 номером. Это таким образом вот своеобразный ответ своему визави Савоса Софоклеуса. Остается 15 минут у нас до окончания основного времени этого поединка. Да, ну вот так вот Фарерки, потеряв своего капитана, Вильямос Даль Кристиансен в концовке первой половины собрались, ну и уже во втором тайме вот так вот в меньшинстве. Второй мяч, повторюсь, я вообще в девятером забили. Так что претендуют они на победу, серьезную заявку на нее сделали сейчас. Ну а мяч из аута будет вводить Эфтери Элия. Нужно Кипру отвечать, но пока что непонятно за счет чего. Ближе нужно будет подойти к капитану для того, чтобы повторить аут. Ну и вбрасывает она на Георгию Терлу назад. Нарушили правила киприотки. И опять же далеко вперед. Делает передачу центральный защитник. Потеря. Купи. Цепляет ее. Конечно же, Расмуссен была не права в данной ситуации. Купи. Нет. Все-таки десятка Кипра уступила Марии Панайоту право выполнить это стандартное положение. Ну и помните вы, чем предыдущая закончилась. Сейчас не так было горячо, конечно, в штрафной площади Мариты Лисберг. Но тем не менее, да, ну вот хорошие-то моменты были. Помните вы выход Стиляну 1-1, который, конечно, нужно было реализовать. Ну и Мария Замани, когда вот после такой же подачи, как мы сейчас видели от Панайоту, там могла переигрывать Лисберг. Но реализация моментов, да, вот то самое, даже на этом уровне, даже у девчонок компонент этот очень-очень важен. Ольсен, но это неудачная игра от... Сейчас капитана сборной Фарерских островов. На что она надеялась, не совсем понятно. Сака играет на своего центрального защитника. Игру остановила Михалина Дьяков, потому что там лежит на поле футболистка сборной Кипра. И нужна ей помощь. Фарерки тут же к своему главному тренеру, не выходя на поле, устремились. Да, хотят они, конечно же, возобновить водный баланс, получить некоторые указания от своего наставника. Ну, уверенным шагом, в общем-то, идет команда к первой победе здесь на белорусской земле. Давайте мы опять же скажем, что нас ждет 26 октября, во вторник. Ждет нас третий тур этого мини-турнира, и матчи состоятся единовременно. В 14 часов они начнутся. Кипр сыграет на стадионе «Спартак» в Шклове со сборной Северной Македонии. Ну а здесь же, в Могилеве, Фарерские острова станут номинальным хозяином в матче против белорусской дружины. Но и
это дела все-таки немножко будущего времени, но сегодня, еще раз я скажу, в 19 часов команда Белоруссии будет принимать сборную Северной Македонии, и важнейшая эта встреча в проекции на перспективы дружины Владимира Шинтикова пробиться все-таки в Лигу А. Наконец-то встреча возобновилась. Продолжают там оказывать помощь на бровке футболистки сборной Кипра. И сейчас вот у нас составы подравнялись, как вы сами понимаете. Играет вперед Эле, неудачно это делает Ольсен. Ну и просто опять же вперед второй номер мяч отправляет. Там справляется со своей задачей Замани. Такая роскошная у Марии Замани прическа. Да, ну и видно, что не хватило. Ох, какой выстрел! Получается сейчас у Фаререк, да, мяч пойди чуточку ниже. Быть бы и третьему голу. Ну а да, я стал говорить про Замани. Был у нее прекрасный момент для гола, который она не использовала. Купи! Уходит она от капитана Фарерок и делает пас на Кириакиди, появившуюся на поле. Ольсен, нет, до нее мяч не дошел. Терла. Эвстратиу вперед. Там Роланди. Ну и совсем как-то, знаете, незаметно вышла на замену. Вот вместо Софоклеус Андриана Галати. Она там сейчас функции наконечника атак исполняет у киприоток. Но мы вообще ее на футбольном поле будто бы и не видим. Ну и здесь вот на левом краю вот сейчас с мячом она отыгралась она мячом со своим капитаном. Уже начинаю, друзья, немножко так заговариваться. 11 номер Кириакиди. Получится у нее сейчас ситуацию обострить? Нет. И выносит мяч центральный защитник сборной Фарерских островов. Сыграла удачно она. Киприотки тем временем продолжают владеть мячом. Ну вот, Галати отыгрывается нас Стиляну. И потеря. По Найоту. По правому флангу не пройти, поэтому вектор своей атаки киприотки меняют. Снова левым флангом. Кириакиди на Купи. Проходит передача на Стиляну. Ну и что, Домна? Нужно и пробивать, конечно. Удар по воротам, но исправляется Лисберг, да. Были проблемы у Рейнслаг в матче с командой Северной Македонии. Но вот Лисберг, знаете ли, так получше все-таки справляется с ударами с дальних дистанций. И мяч там, если из рук у нее вываливается, то она очень быстро его вторым движением накрывает. 2-0 впереди команда Фарерских островов. Ну и никакого преимущества, стоит это признать, нет у Кипра, несмотря на то, что у них в составе на одну футболистку весь второй тайм и малое количество времени первого есть. Купи. Неточный пас, прерывает его Расмуссен. Эллинсгард. Лидаренда. Падает. По Найоту ее не трогала. Можно встречу продолжать. Ольсен. Ну и Ольсен на свою шестерочку. Руна Дотир.
удар по воротам, ну, слишком уж была серьезная дистанция, и не следовало, наверное, торопиться. Эллинсгард. Замани. Передача в направлении Марии Панайоту. Ну да, кого еще могут киприотки искать, кроме как не своего плеймейкера. Но это наберет сейчас игру на себя, уже так в сердцах пытаясь положение своей команды спасти. Но и на ней правила нарушают. Будет сейчас у Кипра серьезный шанс все-таки забить мяч со штрафного. Давайте еще раз смотреть. Да, здесь пошла на нескольких соперниц Мария Панайоту, но правила не нарушили. Хотя, наверное, я бы, если честно, поспорил бы с Михалиной Дьяков. И она сейчас вот рассказала о Кристии Купе, что по свисточку только можно будет возобновлять эту встречу. Рядом с Купи находится и Мария Панайоту. Ну вот, кто-то из этих девчонок выполнит штрафной удар. Ну, я думаю, что здесь сам Бог велел пробить. До ворот, ну, метров 25-26. Ну и кто? Кто же выполнит этот удар? Кому может улыбнуться удача? 85-я минута заканчивается у нас. Нет, розыгрыш следует Панайоту. Ну, не знаю. Такое, знаете, не самое очевидное, спорное решение приняли Купи и Панайоту. Стоило бы, наверное, все-таки пробить. Тем более, что, ну, не слишком уж высокорослая Лисберг там в фарерской рамке. А так момент упущен, конечно же. Ну и совсем уж мало времени остается у киприоток для того, чтобы спастись в этой встрече. Ну и хотя бы в ничью ее закончить. Кириакиди ошибается, но он правила на ней нарушали все-таки, поэтому будет еще один штрафной. Дьяков, ну не знаю, дослуживает ли она сегодня максимально высокой оценки. В нескольких эпизодах все-таки были вопросы. В общем, таких принимаемым ей решением. Второй и шестой номера уходят с футбольного поля в составе сборной Кипра. Эвстратиу и Стиляну ушли с поля. Ну и появились на нем Стелла Папаниафиту. И Георгия Филиу под 17 номером. Ну, таким образом, еще две замены сделал Савос Софоклеус. Но если мы по Паниафиту и Филиу не видели, да, в первом матче, они не выходили, да, на замены, но нужно мне уточнить, но, по-моему, да, не было их. Нет, все-таки, да, по Паниафиту выходила на футбольное поле, вот так дает Савоклеус игровое время своему 17-му номеру Георгий Филиу, и надо сказать, что представляет она клуб Лакатамия. Ну, тоже киприотки все из внутреннего чемпионата. Ольсен заменяет Петур Клеменсен. Ну и вот во второй раз в этом матче капитанская повязка меняет своего носителя. Да, Ольсен, конечно, лучший игрок этого поединка, однозначно, голевая передача, затем забитый гол. И, конечно же, ну, очень-очень полезно сыграла Ольсен. Ну, а на футбольное поле под номером 15 вышла Йорун Петерс.
Ну а теперь уже пришло время капитанить Саре Лидаренде. Галати, пас вперед. Но там все-таки за мяч не зацепилась Роланди. Да, ну судорожные такие попытки предпринимает Кипр прорваться все-таки через хорошо скроенную оборону сборной Фарерских островов. Команда Клеменсона спокойно, да, отошла на своей половине. Ну и взять эти бастионы, я думаю, уже будет нереально просто киприоткам. Ну и что сейчас сделала, да, друзья? Ну вот, наверное, уже просто отчаяние какое-то наступило у Кристи и Купи. Не знаю, просто зарядила она в своего игрока, причем мяч направляла в сторону своих ворот. Ну да, как говорится, без комментариев. Пошла вперед Роланди. Правый фланг киприотки используют. Ну и мяч доходит таки до Папаниафиту. Ну и ничего она из этого момента не извлекла. Конечно, техническая оснащенность, ну, мягко говоря, в том числе и Папаниафиту, оставляет желать лучшего. Заканчивается у нас основное время матча. Ну и давайте обратим внимание на Елену Коноплянникову. Она уже с табло. И 5 минут, конечно, многовато, но, опять же, много оказывали помощь девушкам. Поэтому стоит, конечно же, учесть это Михалине Дьяков, что она и делает. Ну и 5 минут, опять же, есть еще, дабы упрочить свое преимущество у фарерок и киприоток. Есть это время на то, чтобы провести хотя бы один гол, а может быть и больше. Ну, в футболе всякое бывает. Ну и, друзья, кто интересуется белорусским женским футболом, подписывайтесь на соцсети «Женский футбол Беларуси». Есть мы в Телеграм, ВКонтакте, ТикТок, Инстаграм. Вся самая оперативная информация для вас там доступна. Ну и, опять же, по максимуму мы стараемся осветить то, что происходит на этом турнире чемпионата Европы среди девушек до 19 лет в лиге Б группы B1. Матчи проходят, еще раз я скажу, в Могилеве и Шклове. Идет вперед Галати, настигает ее Лидаренда. Но Галати все-таки продвигается и даже умудрилась передачу-то сделать туда, в направлении своего партнера по команде. Ну, да, это была Купи все-таки, наверное, мне кажется, не Галати. Галати как раз-таки открывалась. Пытаются, да, пытаются киприотки мяч тянуть, да, брать игру на себя. Ну, а фарерки тем временем еще одну замену проводят. И на поле вышла у нас под 10 номером Джавина Скарджи вместо Лив Рунадоти. Явина Авскарджи. Вот так именно диктор произнес его фамилию. Еще одно нарушение. Ну и что, и здесь до желтой карточки дело доходит. Да, еще одно предупреждение. И красная карточка. Это у нас второе удаление вот в этом матче у сборной Фарерских островов. Эстер Линсгард, да? Сколько мы понимаем, уходит в потрибунное. Нет, это Расмуссен, да, была, конечно же. Ее тоже уже ж успели предупредить, конечно. Ну, вот так. Вышла она на замену, кстати говоря, и за второй тайм успела удалиться. Вообще, фарерки вдевятером заканчивают эту встречу. Ну, и надо сказать, что как раз-таки... да, Кристина Газдал, 5 номер. И Даль Кристиансен, не Расмуссен, ни в коем случае. У Расмуссен все хорошо. Одна уже была заменена, Джудит, ну а Берита на футбольном поле. Так вот, Кристина Газдал и Вильямиос Даль Кристиансен не сыграют против сборной Беларуси. Но, опять же, хорошие новости для Владимира Шиндикова и его подопечных. Да, вот 5 минут
компенсировала Дьяков, и этого хватило, чтобы вторую желтую получить и удалиться. Газдал. Направляет мяч вперед футболистка сборной Фарерских островов по Найоту. Первая успевает к нему. И продвигается вперед пятерка сборной Кипра. Хочется, конечно же, ей на правах одного из лидеров команды все-таки предпринять хороший заход и забить-таки Лисберг. Есть шанс еще для этого. Дьяков назначает штрафной удар. Да, там было, безусловно, нарушение правил на дальнем от нас краю. Ну и главное, чтобы вот Купи и Панайоту так этим штрафным не распорядились, как сделали это в предыдущий раз. Помните вы, да? Там, конечно же, читался удар прямой по воротам. Перспективная была позиция, но последовал розыгрыш, и ничем он не закончился, сказать по правде. Чуть больше минуты остается до конца и компенсированного времени у нас. Подача от Панайоту. И что здесь? Удар по воротам. Все-таки нанесла сейчас Георгия Терла, центральный защитник. Уже в падении тянулась она к мячу, и ушел он выше рамки. Может быть, будет у нас повтор. Да, вот как раз-таки нашему вниманию. Еще раз мы увидим, как здесь... Ну да, был... хороший момент, да, приняла мяч левой ногой, правой пробила уже в падении Терла, ну, наверное, вот навыков суперфорварда ей не хватило в данной ситуации, она все-таки игрок линии обороны. Торопится, конечно же, Эфтериэлия на Терлу, ну и та переводит на Панайоту, очень низко, пятый номер спускается вниз для того, чтобы мяч принять, и наверное, Дьяков уже может давать свисток, который возвестит об окончании этой встречи. Поздравляем мы сборную Фарерских островов с первыми очками на этом турнире. Еще раз скажем, что Анита Далинум на 61-й минуте с передачи Малены Ольсен открыла счет. Ну а сама Ольсен через 9 минут воспользовалась.